Внимательность, усидчивость, начитанность, отличная память и доброжелательность – все эти качества объединяют людей одной профессии – библиотекарей. В день профессионального праздника работники библиотек Басарабяского района собрались за одним столом. Для каждого из них этот праздник особенный. Это уважение к этой профессии, уважение к нам, к работникам. Это приятно. Я всегда радуюсь этому дню. Работаю в библиотеке уже 27 лет. Меня всегда окружают много учеников. Я каждый раз стараюсь исполнять все их требования. По словам библиотекарей, их работа не так проста, как кажется на первый взгляд. Немного трудно, потому что детям нужно уделить внимание, им нужно объяснить что-то, какие вопросы они задают. Не надо нервничать, потому что дети где слушаются, где не слушаются. В день профессионального праздника в адрес библиотекарей звучало много поздравлений как от руководства района, так и от представителей отдела культуры. Все они подчеркивали особую важность этой работы. Вы играете такую существенную роль, вносите существенную лепту в воспитание детей, молодежи, которые должны знать свою историю, должны знать свою литературу, должны любить нашу страну. В связи с этим я желаю вам оптимизма, спокойствия, всего самого доброго. Очень хочется, чтобы те черты, присущие вашим литературным героям, чтобы они всегда присутствовали у вас во время вашей творческой трудовой деятельности. Желаю крепкого здоровья, успехов во всем. По завершении официальной части каждый библиотекарь получил от районного совета диплом и денежную премию в размере 100 леев. Затем всех виновников торжества ожидал небольшой сюрприз от отдела культуры. Всего в районе Басарабяска действует 14 библиотек, в которых работает 20 библиотекарей.